Волонтеры «Победы» из Когалыма и представители Московского фонда «Память поколений» помогли узнице концлагеря. Анна Шамли родилась незадолго до войны. Не будучи ребенком, оказалась в концлагере. По спецзаказу из Москвы для ветерана привезли слуховой аппарат. Столичный специалист помог настроить оборудование, которое компенсирует потерю слуха. Теперь Анна Ивановна воспринимает даже шепот и может спокойно, без помощи посторонних, общаться с друзьями и близкими, смотреть телевизор. А волонтеры продолжат свою миссию. Вот уже в нашем Когалыме уже 5 тружеников тыла получили по заказу помощь свою. Теперь и до вас очередь дошла. А я не знаю, я думала, это была какая-то шутка. Я сейчас отойду, буду говорить слова. Все, что услышите, повторяйте. Хорошо. 34. Я так благодарю. Это очень удобно и хорошо. И хорошо, хорошая слышимость. И я такая довольная, что принесли мне аппарат. Спасибо большое.